Вот у меня детеныш, вернее, птенец. Я его так называю, то дети, то детеныши. А от него, ну, не то чтобы родители отказались, просто как-то он плохо у них просит еду и приходится докармливать. Вот, он у меня даже как-то больше просит, чем у родителей. Хотя кормлю его только второй раз. Ну, вернее, второй день. Вчера кормила 3 раза. Ой, сегодня. Что он просто не хочет голову поднимать. Хочется ему помогать. Даже не знаю, как это правильно сделать. Чтобы и снять, и чтобы он держался. Потому что, в принципе, кушает он хорошо сам. Ну, вернее, просит. Иногда приходится рот открывать. Давай. Так хорошо рот открывал, сейчас что-то уже не хочет. Может, уже трохи поел? Ой. Давай. Нужно таких маленьких кормить достаточно аккуратно, чтобы зоб не повредить. Потому что если засовывать шприц сильно далеко, то можно что-нибудь испортить. И потом будет воспаляться зоб постоянно. И вот в чем проблема выкормышей, то что у них реально может повредиться гортань, когда их вот так вот выкармливают. И потом это просто всю жизнь будет давать о себе знать. Люди там начинают говорить, что вот там зоб забивается песком, нитками, все дела. На самом деле, просто они, наверное, скорее всего, купили уже такую птицу, которая была выкормлена неправильно человеком. Вот, ну, такой вот видите, зоб. Там воздух может быть. Нужно сделать так, чтобы воздух куда-нибудь тоже не попадал. И, в принципе, зоб должен быть очень хорошо наполнен. Если зоб будет плохо наполнен, это значит, что вы его просто не докормили. Ну и, естественно, перекармливать тоже не желается. То есть, во всем нужна какая-то тонкая грань. Ну, так примерно чувствую. Вот видите, он немножко такой слабоватенький. Он не хочет особо даже на ногах нормально стоять. Поэтому, конечно, таким птицам нужно помогать. Потому что он не может поднять голову и попросить у своих родителей. Получается, что он постоянно не доедал. Я старалась туда не лазить, в ящик не смотреть. Вот. А у него начал уже развиваться какой-то рахит. То есть вот он, видно, что он такой